Сегодня в стране за последние 30 лет самые востребованные выражения – это приватизация, это контрабанда спирта, это контрабанда сигарет. Сегодня символом страны, президентом страны является кулек. Если чиновники будут знать, а я этого обязательно добьюсь, что сроки тюремного заключения будут начинаться от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества у ближайших родственников, я вас уверяю, что у нас показатели по коррупции в первый же год улучшатся в 10 раз. Если мы с вами не поймем, что ни один инвестор не придет в страну, потому что с одной стороны его пугает коррупция, с другой стороны отсутствие профессиональных рабочих, мы с вами должны поломать мнение, которое установилось в мире про нас, то, что мы производим дешевую рабочую силу, и то, что у нас сотни тысяч людей, одни работают в Москве, другие работают в странах Евросоюза. Я хочу построить, и я это сделаю за свой счет, самый большой в Молдавии памятник, именно памятник нашим соотечественникам, которые вкалывают за рубежом, и благодаря которым Молдова была спасена. Я уверен, что людям нужен президент, который реально представляет их интересы и который сможет дать по-настоящему в морду всей этой нашей коррумпированной шайке Лейки, которая грабила страну последние 30 лет. Я никогда ни перед кем не преклонялся и преклоняться не буду. Но можете быть уверены в том, что я буду всегда слугой только своего народа. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.